Идея создать мультипликацию о городе Раменское, отмечающему свой 90-летний юбилей, пришла в голову Юрию Лупову прошлым летом. Всего несколько месяцев назад участники проекта «Переменка» приступили к подготовке съемочного процесса. Но уже сейчас дети окунулись в процесс создания мультфильма с головой. Помогают им в этом взрослые профессионалы. Я давно хотел сделать исторический проект о родном городе Раменское. Но подумал, документальных фильмов очень много делается. Мультипликация – это что-то новое, интересное на фоне документального сюжета. Тем самым здесь углубленная информация о истории родного города. К сожалению, даже тоже познал много интересного для себя, фактов интересных, которых даже не знал раньше. Да, очень приятно, что у нашей школы появилась возможность поучаствовать в замечательном проекте. В Раменском районе во всех школах особое внимание уделяется теме патриотизма. И мы тоже включились в этот проект. Как видно, наши дети принимают маленькое активное участие в этом проекте. Результат нашей работы вы, наверное, скоро увидите. Школьники, задействованные в создании мультфильма, познают основы профессии на практике. Пишут сценарии, отрисовывают кадры, фотографируют, озвучивают и даже сами монтируют. Я занимаюсь здесь фотографиями. Ну, наверное, самая сложная и нудная работа на самом деле. Но, честно говоря, мне так она казалась в детстве. А сейчас очень интересно, заинтересовалась. Ну, действительно, снимать мультфильмы – это здорово. Это интересно. Дети им вообще приносят удовольствие. У нас театр «Астрочки». Вот, он, значит, от Центра творчества «Тополи». Вот, и мы делаем озвучку. На радио мы сделали запись на нашем Раменском. Ну, большинство хотят, конечно, сначала стать художниками, потому что мы рисуем очень много лепим. Ребятки, которые помладше, вот они лепят у нас непосредственно персонажей. Это, опять же, мелкая моторика, и они узнают пропорции человека, потому что у нас, как правило, люди, персонаж. Постарше детки, они уже знают перспективу линейную, воздушную, все это мы устраиваем. Наш любимый город, чтобы у нас он был в правильной перспективе. Мультфильм дети писали акварельными красками, с которыми очень сложно работать, так как они прозрачные. Если что-то не получилось сразу, потом тяжело исправить. Очень сложный и кропотливый труд создания из пластилина персонажей, особенно тех, что размером не больше мизинца. Но и более крупные нужно хорошо представлять, изучив все детали досконально. Мы берем документальные фотографии о нашем городе. Нам предоставил это и музей, и Раменская библиотека, и наши краеведы. Мы потом отрисовываем это все на пленке с помощью маркера. Просто с помощью маркера дети обрисовывают у нас. И потом эту пленку начинаем мы накладывать пластилин. Когда все готово, на столе закрепляют фоновый рисунок. И уже по нему медленно начинает свое движение герой сцены – паровоз. Так кадр за кадром рождается мультфильм, а значит, о нашем городе совсем скоро появится живая красочная история. Марина Миткевич, Михаил Лебедев для программы «Городские вести».